Слушайте, уважаемые подписчики, вы понимаете же, что я не психолог и не психиатр, но почему-то мне продолжают писать такие люди, которым реально нужны и психолог, и психиатр. Мне пишет какой-то мужик, типа: «Наталья, я адекватный человек». И я вот заметила, кстати, если письмо начинается с фразы «я адекватный человек», значит, дальше я очень сильно засомневаюсь в этой фразе. Вот, он пишет: «Я адекватный человек, я так считаю». Если жена изменяет, это ее вина полностью. Это она виновата, она шлюха. А если изменяет муж, это его жена виновата, что она его до такого довела. Я сначала хотела возмущаться, типа: «Дебила, ты кусок», а потом думаю: так ты прав, во всем всегда виноваты женщины. Потому что тебя же тоже родила какая-то женщина, не могла вовремя аборт сделать. Поэтому ты молодец. Не связывайся с женщинами, не дай бог еще кого-то от себя родишь. Нафиг. Вот и все, вот и все.